матерях. Образ мамы, конечно, прелестен, только что знаем мы об отцах. В их серьезных, задумчивых лицах не увидим мы частой слезы, но лишь тихая грусть в них таится, в ней свидетельство нежной любви. Не о тех песен, кто Бога бесславил, обо всем суете позабыл, но о тех, кто пример нам оставил, поколения для Бога взрастил, кто трудился порой до упаду и усталость скрывал от детей, находя лишь в молитве усладу для души изнемогшей своей. Постоянством отметил свой труд, воздаянием, кто жертву не мерил, их посевы пред Богом зайдут. Им доверено слово спасения, а не церкви Христовой столпы. И пусть движет сердцами стремление быть такими, как наши отцы.